селе Быньги, что под Невьянском, ну, точнее, в 70 метрах от въезда в это село, ну, по факту, на 6-м километре трассы Невьянск-Сербишино, в 10 часов вечера, то есть уже сильно под покровом густой уральской тьмы, четверка «Жигулей», пилотируемая 21-летним рулевым со стажем вождения 2 года, сбила насмерть 53-летнего пешехода, который стоял прямо на проезжей части. Скорость четверки была вне штрафуемых пределах, не более 80 км в час. По словам пилота русского универсала, он увидел пешего в пучке светофар метрах в 2 от четверочной морды. Как сумел, тормознул, но было поздно. На 6-м километре автодороги Невьянск-Сербишино вблизи села Быньги произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-21-4 при движении на загородной автодороге допустил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Вот если бы погибший пешеход сподобился украсить свою одежду светоотражающими инкрустациями, то, возможно, остался бы жить дальше. Но он оказался темной личностью и покинул нашу юдоль скорби. Хочется надеяться, что из временной темноты он ушел не в вечную темноту. Уважаемые водители, при движении по загородным автодорогам соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим. Двигаясь в качестве пешеходов, пользуйтесь световозвращающими элементами.